Ну что, давай мы сделаем сначала поцелуй или, может быть, мы сделаем росписи. Модные девушки Алена Трушкина и Дарья Хозяева сейчас придумывают не новый фасон платья, а пасхальный сувенир. Ведь дарить яичко к светлому Христову воскресенье – старинная традиция. А девушки решили сделать ее чуть современней – стразы и рисунки фломастерами. А традиционные мотивы заменили логотипы модных брендов. Фэшн – это наша жизнь, яйца – это праздник, поэтому хочется все украсить, хочется сделать как-то креативно, интересно, чтобы это можно было, допустим, не только кушать, употреблять в таком виде, как это обычно делается, но и украшать, например, дом. Можно сделать и композиции на стол, украсить, например, вот как у нас тарелки, декоративными яйцами, можно сделать гирлянды. А вот в центре романовской игрушки к традициям относятся с трепетом. Писанки, крапанки, малеванки. Здесь яйца красят как век назад. Этому учились в деревнях у бабушек. Украшенных яиц даже существует свой этикет. Если хотели пожелать здоровья, то яйца раскрашивали веточками вербы. Символами любви являлись ромашка и голубь. А вот сосну изображали с пожеланиями мудрости. Разнообразное вот также нанесение линий, точек на яичке, это тоже специфическая символика. Допустим, волна – это влага, да. Разнообразные перекрестия – это вот связано с плодородием, ромбы. Вот. Ну и солнышки разнообразные, ромбики, это звезды, это все ассоциация с солнцем, с теплом. Есть несколько версий, как появилась традиция красить яйца. Но всегда в деревнях этим занимались женщины и дети. И также сейчас во многих семьях это возможность провести время вместе. Особенно интересно занятие для детишек. Ведь здесь можно проявить фантазию и сделать оригинальный подарок для самых близких. И была даже такая традиция. Самое красивое яйцо, если это ребеночек расписывает, он дарит маме. В знак того, что вот мама подарила ему жизнь. А яйцо как вот символ жизни, да. А женщина или девушка, которая раскрашивала яйцо, самое красивое яйцо дарила супругу или парню. Крашеные яйца, так же как и куличи, принято освещать в храме. Причем считается, что одно такое яичко обязательно нужно сберечь до следующей Пасхи. На Руси его использовали как оберег, защищающий всю семью до следующей Пасхи. Кристина Лыкова, Тимофей Астахов, Олег Писарев. С новым утром!